Здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное заседание кружка любителей гегелевской диалектики. Значит, мы находимся на такой стадии нашего движения, что имеем дело с целым каскадом довольно сложных, серьезных категорий, поскольку мы с вами прошли не только такую непонятную категорию, как рефлексия, и в которой движение было движение от ничто к ничто, пропало совсем бытие. Вот. И поскольку речь шла о рефлексии, это был какой-то совсем перевернутый мир. Потому что для того, чтобы там найти что-то определенное, надо не так, как в учении о бытии. Если вы хотите получить определенность, надо, чтобы было кроме бытия какое-то небытие. Вот что там является определенность? Небытие, принятое в бытие, так, чтобы конкретное целое имеет форму бытия. Вот вы на меня смотрите, вот на вас на руке часы. Часы — это вы, Илья Николаевич? Нет, это не вы. Значит, вы человек с часами. Это ваша определенность. Определенность вам придают часы. А это моя наличность. Нет, это ваша наличность в кошельке, а это ваша определенность. В соответствии с определенностью. Небытие. Ну, потому что часы не, это же не вы. Не будете говорить? Нет. Вот. Небытие. Принятое в бытие, то есть вы себе надели на руку. Вы же надели, не я себе надел ваши часы. Так что конкретное целое имеет вид Евгения Николаевича, то есть вид бытия. Вот и все. Вот когда вы снимете, уже поздно, уже все записано, бесполезно. Вот. А когда мы берем сферу сущности, то у нас что является, так сказать, собственно говоря, тем, что рассматривается в сфере сущности? Отрицательное, снятое бытие, отрицание бытия. Значит, если вы хотите получить здесь определенность, то в виде определенности это некоторое бытие должно возникнуть, правильно? Некая противоположность. А как может здесь возникнуть некое бытие? Только как равенство отрицательное с самим собой. Но если равенство равно самому себе, вот оно как бы и есть. Если отрицание равно самому себе. То есть здесь бытие лишь как равенство отрицательного с самим собой. И вот это придает какую-то определенность. И мы начали после этого различать различные виды этих самых вот разница, таких. Разница как отношение, это и есть идеальное материальное. Не разница, и материальное и идеальное мы сейчас не рассматриваем. Это вы тема у вас была до кружка. Да. А сейчас у нас есть вот занятие по теме. А тема у нас сейчас учение о сущности, мы находимся на уровне уже действительного. Но как мы к этому действительному пришли? Вот мы рассматривали виды, различные, уже различные виды рефлексий, они назывались рефлексивные определения. Какие мы рассматривали рефлексивные определения, кто скажет? Творчество, разность, различия и противоположность. Потом противоречие как единство противоположностей, потому что если я беру одну противоположность, то каждая сторона сама есть противоположность, и они находятся в единстве, мы приходим к противоречию, а противоречие разрешается во что? Основание. В основание. И вот это основание предполагает, раз у нас рефлексия, то мы всякий раз отрицаем то, что у нас получилось. Рассматриваемое отрицание, то есть отраженную категорию. То есть категория, которая отрицает эту. И это уже будет что? Основанное. Основание и основанное. А вместе они образуют основу. Основу. И точно так же по отношению к основе мы начинаем смотреть, а вот с другой стороны, что ее отрицает. Вот то, что является, что не имеет никакого основания, а является предпосылкой для этой основы, это и есть условие. И тогда, что у нас получается? Тогда у нас основанное получается, как оно имеет предпосылку и основание. И вот тогда мы уже говорим о том, в разных вот изданиях по-разному это называется категория. Для какого-нибудь, вот в тех изданиях, которые были у нас в позднее время, в издательстве «Мысль», в издательстве
наука, ленинградское отделение, говорится, когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. А тут вот написано в этой книге, когда для какой-нибудь мыслимые вещи. Тут другой несколько поворот, то что если вы что-то задумали, что-то сделать, там для сути дела говорилось тоже, сути дела, для какой-нибудь сути дела, раз какое-то дело предполагается, вы собираетесь что-то сделать, создать. Но для того, чтобы оно получилось, вам надо что сделать? Вам надо, чтобы были все условия созданы. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Что и с этим... Ничто – бытие. Ничто, переходящее в бытие. Никакого тут бытия. Это никакое не бытие и не ничто, переходящее в бытие. Ничто, переходящее в бытие, называется возникновением, становлением. Евгений Николаевич, вы нас забросили далеко назад. Такой диалектический реакционер куда-то у нас. Чего вы нас сбрасываете туда? Мы уже здесь находимся в сфере сущности, а вы раз и все назад. Уже. А это-то в снятом виде все равно должно содержаться. Я, вот это из снятия, я это вычеркнул. Содержится все. И из этого не следует, что мы должны сегодня повторить все, что было в первом томе. Все содержится. Это мертвый для нас путь, у нас один час времени. Так что так не пойдет. Я хочу обратить внимание на такое очень интересное высказывание Ленина, о, Энгельса, о том, что в силу отставания сознания от бытия, идея приходит тогда, когда для ее реализации уже созданы необходимые условия. Или они находятся, по крайней мере, в процессе становления. То есть, если вам кажется, что сейчас у вас родилась идея, и вы первые, так сказать, собираетесь ее реализовывать, на самом деле первыми появились условия для реализации вашей идеи. А потом, когда мы уже, так сказать, их почувствовали, или увидели, или заметили, то мы начинаем это реализовывать. И поэтому, когда человек начинает реализовывать идею, то он, если он будет стараться, то есть приложит определенные усилия, потому что они находятся в процессе становления, он не обязательно созданы все условия, или находится в процессе становления, надо еще вот это сделать, и все получится. Так получается и со строительством дома, так получается и со строительством общества, так получается со строительством государства, да, скажем, для того, чтобы, когда собрались люди делать советское государство, вот они оказались уже и советы под рукой. Советы кто придумал? Все, Ленин придумал? Нет. Советы придумал рабочий класс, и причем еще в 1905 году. И они долго, так сказать, еще не понятые существовали, и снова возникли в 1917 году. Причем возникли как эсеры меньшевистские. Кто был председателем первого совета? Керенский. Керенский был, да, в Санкт-Петербурге, в Петрограде тогда. Ну вот, и вот существование это, то бытие, которое снова возникло, здесь уже через отрицание, уже оснований и условий. То есть, вот, что называется существованием? Возникшее, восстановленное через сущность бытие. Это вот то бытие, к которому мы пришли, вот, после того, как все рассмотрели противоречия, условия, основания, условия, и вот такое бытие, которое с основанием и с условиями, то есть оно условное, оно с основанием, то есть что-то с основанием, оно пропадает, если нет условия, оно тоже пропадает. То есть это, с одной стороны, вроде непрочное, а с другой стороны, прочное, потому что оно с основаниями и с условиями. Они не мимолетные, как есть, там, вот сразу уже успели сказать, бытие это превращается в ничто. А существование не превращается в ничто. Почему? Потому что есть вот у него основание и условия, оно прочное. И дальше мы рассматриваем это существование. Когда мы его рассматриваем, то мы начинаем различать между вот этой поверхностью бытия, как раз это существование, так оно бытие, но мы все время обращаемся к условиям и к основанию и начинаем различать между вот тем, что есть бытие, и тем, что является его отрицанием. И тем самым вот то, что не является бытием, оказывается, что оно как-то более глубокое, чем то, что у нас наверху. То есть наверху у нас некое непрочное и неспокойное, а прочное и спокойное – это внизу. Вот это прочное и спокойное как называется? Закон. Закон. Спокойная простота. Закон.
А, закон, закон так и называется. Закон. Еще ничто превращается в бытие. Или в действительность. Ну, это что-то повторяете в одно и то же из сферы бытия. Одно и то же. Это все это было уже. Здесь же новые категории совсем. А вы просто берете и повторяете то, что вот механически, то, что было там. Здесь другая картина. Здесь вы ничего тут не повторяете. Здесь получается уже другая ситуация. Закон как спокойное явление. И явление как явление закона. Потому что не бывает явления неизвестно чего. Но явление закона уже. Явление вы рассматриваете как отрицательное или как положительное? Отрицательным. Ну, неправильно, противоположным образом по отношению к Гегелю рассматриваете. Отрицательным являются законы. Они отрицают эту вот внешнюю поверхность и берут что-то более глубокое. А отрицанием этого более глубокого является вот эта поверхность. Поэтому вот это вот отрицательное. Но это отрицательное, так сказать, вот, то есть вот закон отрицательный, а вот это некое бытие. Но это бытие с отрицанием. Потому что его отрицает закон, и он его, так сказать, притягивает к тому, чтобы он не отрывался, это отрицательное, это вот бытие не уходило от закона. Оно не превращается просто в... Ни во что оно не превращается, это самое ничто. Явление. Не превращается оно ни во что, потому что ничто этого явления – закон. И оно поэтому без закона тоже ничто. Они же рефлективные, то есть они друг в друге отражаются. И вот сегодня мы с вами... Когда мы уже пришли к категории действительного, подошли к категории действительной, хотя еще вот продолжается категория явления, и вот тут говорится о внешнем и внутреннем. Мы обычно говорим, это внешнее, это внутреннее. А согласно Гегелю, что такое внешнее? Что такое внешнее? То, что вне границы. Иное. Граница – это учение о бытии. Опять. А? То же, что и внутреннее. Это правильно, то же, что и внутреннее, но, по-моему, еще более правильно было сказать, что то, что не внутреннее. Но это нужно посмотреть. Ну, внешнее – это не внутреннее. Целую часть. Да? А, ну, раз вы сказали, что внешнее – это не внутреннее, то вот это не связывает внешнее и внутреннее. Правильно? То есть, если вы внешне определяете через внутреннее, то есть, если я вас буду определять через отрицание, я не вы, то я уже привязан к вам. Вот если я вот бы не вы сказал, то я к вам привязан, а я сейчас к Денису Борисовичу отрицанием привязан. Потому что для того, чтобы мне объяснить, кто я, нужно взять Дениса Борисовича и как бы сказать, нет, я не Денис Борисович. И без Дениса Борисовича я не могу себя вообще представить и показать. Правильно? Раз я не... Вы свою сущность не можете. А? Вы сущность свою не можете представить. Мы вообще находимся в сфере сущности, не забывайте. Евгений Николаевич, я вам сколько раз уже говорю, что мы не в сфере бытия, мы в сфере сущности, поэтому да. все происходит в сфере сущности. Здесь в сфере сущности все рефлективное. Здесь на самом деле... Внешнее – это не внутреннее, а внутреннее – не внешнее. Но все-таки внешнее и внутреннее соотносятся так, как некое вот явление и закон сначала. А потом уже они, поскольку законы и явления, они на самом деле неразрывны, то их нельзя разорвать и растянуть, что это вот явление без закона, а это закон без явления. То есть на самом деле в понятии явления сидит уже закон. Понятие явления. А в понятии закона, явление. Что же это за закон, когда он не спокойный и без явления. Раз так, то у нас не такая грубая картина, что вот тут вот явление, тут закон. А у нас тут явление с законом, а тут закон с явлением. Ну, являющийся закон, а здесь явление закономерное. Так? Значит, вот это вот они отличаются только некоторые, ну, так сказать, некоторым отрицанием, они как бы рефлективны. Вот это вот явление закономерное – это внешнее, а закон, являющийся – это внутреннее. То есть это где сущность. Акцент вы сделали? Сущность. Это все сущность. Евгений Николаевич, все это сущность, все. Тогда что такое внутреннее самодвижение? Я еще раз, это второй вопрос, этот вопрос мы сейчас не обсуждаем. Сейчас мы обсуждаем вопрос о внешнем и внутреннем. Откройте страницу 475. И вы найдете вот соотношение внешнего и внутреннего.
Самое главное при изучении науки – не делать прыжков куда-то от того места, в котором мы находимся. Если мы хотим тут продвинуться, значит, лучше мы продвинемся с какой-то страницы до какой-то, так сказать, ближней там пятой страницы, чем мы скакнем к какому-то рассмотрению, которое у нас было раньше и еще не было в будущем. Вот в данном случае вот эти законы явления сближаются, потом, когда их рассматриваем более обстоятельно, тогда вот это внешнее различие, которое у нас было резкое, что вот есть мир законов, так? И есть мир явлений, а потом выясняется, что все явления включают в себе, предполагают, раз они отрицания закона, значит, я то, что я отрицаю, это же входит. Если я отталкиваю Константина Константиновича, значит, я уже к нему присоединился, притронулся. Значит, я уже не могу без него, правильно? А что тогда я к нему притрагиваюсь? Будем сейчас. Ну. Вот она внутреннее определено как форма рефлектированной непосредственности. Что такое рефлектированная непосредственность? Или Евгений? Сущности. Нет, подожди, не торопись. Противоположность внешнему. Расскажите мне, пожалуйста, нет. Что такое рефлектированная непосредственность? Что такое рефлектированная непосредственность? Отраженная, значит. Что значит отраженная? Отраженное в этой стороне. Что значит момент. Вообще, что такое нигде, а что такое отраженное? Отраженное. Что отраженное? Ну так я и говорю об этом. А вы что хотите? Нет, не так, а вот так. И так я и говорю об отрицании. А вы эту рефлектированность должны понимать именно как отрицательное, как отрицание. Потому что никакой отдельный, никакого рефлектора не стоит. И тем более зеркала никакого не стоит. Все это, вся эта рефлектированность сводится к отрицанию. Если вот говорится, так сказать, берем как рефлектированное, то есть берем не самого по себе, а как то, что отрицается чем-то другим. Отражаем, берем. То есть, не берем, а вынуждены выбрать. Не мы берем, не потому что вы это на голову показываете, а надо по головой это и наоборот не с головы начинать, а отражать то, что там есть. Отражать и есть рефлектировать. Совершенно. Рефлектор, отражение, рефлексия, отражение. А в нашем случае это осознание. Так вот в нашем случае мы должны осознать, что вот это наше внешнее, наше резкое противопоставление внешнего и внутреннего не истинно. Почему? Потому что внешнее это означает, что мы берем непосредственность как отражение того, что есть, так сказать, в глубине там, закономерного, да? А внутреннее, раз оно внутреннее по отношению к чему? К тому, что вовне. То есть опять как отражение. Значит, и в том и в другом случае есть одна и та же пара. Одна и та же пара. А раз одна и та же пара, то значит, эта внешняя противоположность, она включает в себе их единство. И именно как едиными мы и должны рассматривать. Но вот когда мы приходим. Это отношение является идеальным. Какое отношение? О котором мы говорим. Не является оно не идеальным. Не припутывайте сюда тех определений. Вы здесь нашли, покажите мне слова. Не надо ничего припутывать, от себя добавлять. Если вы изучаете какую-то науку, это не значит, что надо тащить кирпичи туда, где стоят утюги. Не надо, это неправильный ход. Причем тут идеальное или материальное? У нас все здесь материальное, мы все истолковываем материалистически. Чего вы волнуетесь? А я не волнуюсь. Не волнуйтесь, просто вы не все отражаете. Вы не все относите к материальному. Я не все ставлю задачи изложить за один час, а стараюсь за один час как можно больше изложить связанного с той темой, которую мы рассматриваем. А вы нас хотите куда-то забросить сюда, в другую степь, как будто мы парашютисты туда. Сейчас бросьте, мы долго будем блуждать, пока выйдем к людям. Извините, А времени у нас немного. Не буду отражать. Значит, вот, обратите внимание. Что здесь написано на той странице, которую вы открыли? Внутреннее определено как форма рефлектированной непосредственности. Вот это вы и отмечали. Что значит рефлектированная непосредственность? Внутреннее, а то есть оно как форма рефлектированной непосредственности, не как форма непосредственности, а отраженной непосредственности внутренней. То есть есть вот непосредственность, а это формой отраженной непосредственности, то есть отрицаемой непосредственности, а это внутреннее. Непосредственность не к сфере бытия. А непосредственность, а? Нет, непосредственно бытие это всегда бытие. Здесь это бытие. Мы здесь имеем дело уже с каким? С восстановленным бытием. Внутри сущности. Восстановленным бытием. С таким бытием, которое неразрывно связано с отрицанием. Там мы вот говорили, вот бытие, вот отрицание. А здесь бытие бывает только как отрицание отрицательного. А просто бытие тут вот такого нет.
Поэтому оно рефлектированное. Мы уже ближе к действительности здесь. Мы... Не надо этого бояться, что мы ближе, как раз это хорошо. Ну вот я, давайте зачитаем полностью эту фразу. Давайте. Внутреннее определено как форма рефлектированной непосредственности. То есть не такой, непосредственности, которая сама, просто сама по себе, а именно рефлектированная, то есть отраженная от непосредственного. А что является непосредственным? А непосредственным является вот это внешнее. Или сущности. А сущность всегда берется как отрицательная, правильно? Как отрицание бытия. Всегда. Что такое сущность? Это снятое бытие. Не торопитесь. Сущность – это снятое бытие. А новая суть лишь единая. Да, как в форме бытия. Внешнему, как в форме бытия. А форма – это движение всегда. А форма здесь бытия. Форма бытия – это означает, что она имеет форму бытия. Вид бытия. Они есть бытие. Потому что тогда она была бытием, это было учение о бытии. А здесь она имеет форму бытия. Вот вы имеете форму человека. Значит, сущность противоположна форме бытия. Сущность, внешне, по сути, сущность. Противоположна внешнему, как форме бытия. Да, совершенно верно. Ну, значит, получается, да. Что сущность. Да, сущность. Не внешняя, раз. Сущность и внешняя, и внутренняя, потому что сущность раздваивается. Мы все находимся в сфере сущности, Евгений Николаевич, дорогой. Но только мы можем при этом сказать, когда мы говорим сущность и просто говорим сущность, в сфере сущности мы все равно имеем в виду отрицание бытия, непосредственность. А когда мы говорим внешнее, то мы имеем в виду непосредственное. Ну какое тут может быть непосредственное? Только как отрицание, то есть рефлексированное внутреннее. Внутренние. Поэтому не они и внешние, и внутренние неразделимы. Вот что надо понять из формы этого. Формы и сущности, они неразделимы. Они не только неразделимы, то они форма только... Форма нам является, то форма. Это вам является скрытая. Форма, а нам является внешняя и внутренняя. Вы взяли и вырвали опять один какой-то кусок. А, так сказать, контекст, который взялся у Гегеля, то есть внешнее и внутреннее. И заголовок у вас, отношение внешнего, почитайте заголовок и думайте об этом. А вы думаете о форме. А вам надо думать о соотношении внешнего и внутреннего. В этом разделе, Евгений Николаевич, который называется «Соотношение внешнего и внутреннего», надо думать о соотношении внешнего и внутреннего. А все эти слова про форму и про прочее – это средство. Это то, что мы... применяем для того, чтобы показать, в чем их соотношение. Отношения, не соотношение, а отношения. Это цель. Соотношение, Евгений Николаевич, тоже отношения. Да. Ну, и что вы мне спорите со мной? Внутреннее определено как форма рефлектированной непосредственности, то есть отраженной непосредственности. Оно само непосредственностью не является. Непосредственно оно не является непосредственным. Оно только как отраженная непосредственность. Или сущности. В противоположность внешнему, как в форме бытия. Вот, значит, но оба суть лишь ли единое тождество. Значит, главное, что вы должны понять, что это единое тождество. А вы все время застреваете и никак не доходите до вот этого главного. Но здесь что... разные формы. Одна форма рефлексии. Я еще раз говорю, что не дело. Все здесь, если бы не было разного, не было бы нечего было бы различать. Если нечего было бы различать, нечего было изучать. Поэтому такие глубокомысленные заявления, что они разные, не надо делать. Потому что разное – это вообще без указания различий, безразличное различие. Мы разные люди. Что я этим сказал? Ничего. Ничего. Поэтому не надо на это упирать, как на нечто такое глубокомысленное. Оба суть лишь единое тождество. Вот что мы должны понять вот в этом соотношении внешнего и внутреннего, в отличие от антиделектических представлений, что внешнее и внутреннее – это не резко разделенные какие-то категории, что вот это внешнее. Мы лечим только внешний, а это внутренний орган. Мы... А потом мы увидим, что вот у человека, так сказать, ожог хватил 60%, он умер, потому что оказалось, что внешнее – это внутреннее, потому что без кожи никакого внутреннего нету. И никогда вы не можете поставить вот границу и сказать, что вот это вот начинается внутреннее. Никак не получается, потому что оно, так сказать, вот так вот переходит в это внешнее, и в то же время внешнее, оно своей стороной, можно сказать, по содержанию является тоже и внутреннее, но рефлексированное внутреннее. Отраженное внутреннее – это внешнее, а отраженное внешнее – это внутреннее. Вот что мы здесь должны понять.
Внешнее, согласно этому определению, не только одинаково по содержанию с внутренним, но оба суть лишь одна мыслимая вещь. Одна. Вот у него главная тут идея. Не то, что вы там пытаетесь вот их разделять туда-сюда. Главная идея, которую здесь у Гегеля, показать, что внешнее и внутреннее есть одно. И как бы рассматриваемое или берущееся с разных сторон. Что такое мыслимая вещь? Мыслимые вещи надо было задавать тогда, когда речь шла для какого-нибудь сути дела. Созданы все условия. Вот она тут переведена в этой книге как мыслимые вещи. Созданы все условия, она вступает в существование. Вот вы что-нибудь задумали, а еще этого нет. Вот вы сейчас задумали, вон на ту страницу перейти, она мыслимая вещь. Вы еще не перешли, вот сейчас вот вы уже перешли. Она уже не мыслимая вещь, она уже все, она просто вещь. То есть мыслимая вещь – это то, что есть в вашей голове, и для того, чтобы ему реализоваться, необходимо что? Основание и условия. Вот тогда это оно вступает в существование. Вот. Значит, таким образом, они, то есть внутренние и внешние, на странице 476, суть разные определения формы, имеющие тождественную основу, не в них самих, а в некотором другом, рефлексивные определения, имеющие бытие сами по себе. Внутренняя, как форма рефлексии в себя, форма существенности, а внешняя, как форма рефлексированной в другой непосредственности или несущественности. Однако природа отношения показала, что эти определения составляют безоговорочно лишь одно тождество. Он говорит, что вроде так это представляется, это так, отдельно представляется, а на самом деле это одно тождество. Но оно предстает перед нами как внутреннее и внешнее. То есть это одно. Хотя нам и хочется отдельно отделить, сказать, вот это внутреннее, вот это внешнее, а это одно. Нельзя их разорвать никак. И попытки разорвать антидиалектичны. Поскольку это единство формы содержит все свои оба определения, как противоположные определения, их тождество есть лишь этот переход, а в последнем лишь другое их обоих. Вот и все. Переход тут. Вот внутренний и внешний – это один переход. Мы как-то их различаем? А? Так мы их различаем. Я могу на вас посмотреть с этой стороны, могу пойти с той стороны, и будет это опять все равно Дегтярев. Различаю? Правое и левое у вас. Различаю? Но правое и левое – это все равно это не два разных человека. Со спины и с ванфас – все равно один и тот же человек. Так внутренний и внешний мы различаем каким образом. Если внутренний, я беру его сначала, но это только как сущность. Это потом двигаюсь от сущности к непосредственному, как к рефлектированной сущности, то есть отраженной сущности. А когда я беру внешнее, то я делаю наоборот. Беру внешнее, но это внешнее же рефлексированное внутреннее, и тогда углубляюсь внутреннее. И тогда только я пойму внешнее. Вы можете понять внешнее без углубления внутреннее? Не можете. Но это относится к отношению целого и частей. Потому что мало того, что мы находимся в сфере сущности, это относится к сфере целого. Это относится к внутреннему и внешнему. Это относится к внутреннему и внешнему. Не надо забивать себе голову. И надо тогда, когда обдумываешь внутреннее и внешнее, не надо притаскивать на стол кирпичи, булыжники и другие предметы. Изучение диалектики означает, что надо концентрироваться на тех категориях, которые сейчас рассматриваются, а вы еще хотите рассказать, показать другим, что вы еще слышали, знали другие категории и притаскиваете их сюда. Вот это неправильный ход событий. Здесь сам Гегель, смотрите. Вот когда Гегель, здесь на странице 476 этого нет. Да. Сущность. Как вы говорите, в сфере сущего. Нету в этом раздельчике, который мы рассматриваем. Мало ли что там есть. Где вы? Покажите, страница какая? Страница 465. А мы находимся на странице 476. Да, но это 476. Мы проехали уже. Неотрывно. Все неотрывно. Мы не проехали. Вся диалектика, смотрите, Евгений Николаевич, вся она неотрывна. Вся она представляет единую цель. Антитезис Б, и что? Силы ее проявления, вы вообще допускаете? Вы возвращаете нас назад. Это мы сейчас не рассматриваем. Я не назад. И разбирайте, пожалуйста, отношение силы частей без меня. Потому что я не могу все это разбирать. И разбирайте. А что вы сюда разобрали? Хорошо. Я против, разве? Мы сейчас разбираем соотношение внешнего и внутреннего. Не надо хвататься сразу за разные категории. Целую кучу.
Вам мало, что ли, двух категорий? Идем дальше. Вот дальше говорится на странице 477. Прошу обратить внимание. Следите за вот этими категориями. Внешняя и внутренняя суть – определенность. Как сказано, в каком числе? В единственном. Внешняя и внутренняя, наверху, суть – определенность. То есть это вот берется прямо вот это вот отрицание само. Это мы не привыкли к этому. Нам, если вот внешнее и внутреннее, значит, два. А тут говорится, внешнее и внутреннее, значит, одна определенность. Если он доказал, что это тождество, значит, дальше он и говорит об этом, как о тождестве, как об одном. Но какая? По-разному взятая. Вот это как раз этот вопрос. А как же мы их различаем? Различаем. Но как это отраженные друг от друга. Внутреннее, значит, смотрите. Есть тем самым завершение сущности по форме. Да, то есть это целое. Вот это вот. Не целое, а завершение сущности по форме. А сущность по форме какое? Внутреннее по форме. А если вы возьмете внешнее, это будет по форме, как будто вы берете как бытие. Так. Дальше. Вот теперь идет целый раздел явлений. И тут о Боге говорится, и о чем-то... Закройте, пожалуйста, дверь. И о чем-то другом. А вот дальше, в пункте третьем, говорится снова о том, что первое из рассмотренных нами тождеств, внутреннего и внешнего, есть основа, безразличная к различию этих определений. Опять, основа, безразличная к различию определений. На какой странице? На странице 478. Мы вперед идем, а не назад, Евгений Николаевич. Движение у нас вперед. Безличное определение. Основа. А второе есть непосредственное тождество их различия. Непосредственное превращение каждого из них в свое противоположное. Или иначе сказать, тождество как чистая форма. Все время переходим одно в другое. Никак нельзя оторвать. Если вы говорите внутреннее, что вы должны сказать? Ну вот скажем, если вы спросите меня, что такое внутреннее? Спросите, что такое внутреннее? Что такое внутреннее? Это не внешнее. Спросите меня, что такое внешнее? Что такое внешнее? Это не внутреннее. Ну вот. Но внутреннее и внешнее есть. Вот и все. Части так целого. Это же тавтология. Что? Но внутреннее и внешнее есть части целого здесь. Это не части целого, внутреннее и внешнее – это две противоположные определенности, находящиеся в единстве. Это одно тождество. Не надо тащить сюда части целого, тут ни при чем. Части целого остались у вас раньше. Вернитесь назад. Но именно поэтому оно есть внешнее, непосредственное отношение, отношение целого и частей. Вот ну, страница 478. Смотрите. Ну и что? Да ничего. 478. Ну, в середине страницы. Ну было это, что мы сейчас… Не на это у нас. Мы проехали вопрос о целых и частях, мы сейчас рассматривать не будем, потому что этот вопрос и так понятный и разжеван многократно Гегелем. И здесь, и раньше, и в разных других местах. И не надо его тащить. Всем ясно, что целое состоит из частей, а части из части целого. Что вы хотите им кому сказать и кому доказать? Это всем все понятно. Ничего это нам не дает. И он как раз и говорит, что это деление не истинное. И Энгельс говорит, что это не истинное деление на целые части. Запомните, не истинное. Нету никаких частей на самом деле, есть только целое. Потому что уже словом «целое» все сказано. Потому что не бывает целого без частей. И нечего поэтому к этому возвращаться в десятый раз. Один раз растолковали и все. Это никакого продвижения вперед не дает. А вот продвижением является то, что написано в конце вот этого примечания. Посмотрите. В этом тождестве явление с внутренним или сущностью существенное отношение определилось как действительность. Вот это вот просьба и обратить на это внимание. Вот нам мы что, куда мы идем? К действительности. В тождестве явление с внутренним или сущностью. Явление мы как понимали? Что это вот там наверху, правильно? Есть там царство законов где-то в глубине. И вот, так сказать, наверху явление. А здесь о чем говорится? Что в этом тождестве явление с внутренним или сущностью. Существенное отношение. Опять назад Гегель уходит, смотрите. Не назад, а вперед оно уходит. Вперед оно уходит. Существенное отношение определило себя как действительность. Вперед это уже сильно. А вы умудряетесь все время остановиться на полдороге. Вот вы только начали выезжать и сразу тормозите.
Нет, это просто конец. Всякое движение. Еще раз. Евгений Николаевич, во всей диалектике движения вперед есть постоянное возвращение назад. Потому что вы можете... Да? Но это продвижение, это возвращение назад не отменяет то, что это движение вперед. Вот мы об этом сейчас говорим не ради возвращения назад, а назад возвращаемся ради продвижения вперед. Да. Я вот, так сказать, забочусь о том, чтобы вы поняли, что такое действительность, а вы заботитесь о том, чтобы вы вспомнили, что такое целые части. Нет. Вы что должны о чем думать? Вы должны думать о том, что такое действительность. Вы поняли, что такое действительность? Говорю, да. Что такое действительность? Существенное отношение определило себя как, значит, действительность, это, во-первых, существенное отношение. Но. И это есть синтез всего того, что нету никакого тут слова синтеза. А и Б. Нету тут никакого синтеза. Вот так нету синтеза никакого. Логика есть, а синтеза нет. Зачем вы притащили слово синтез? Вот все вы сводите к этому схематизму. Вы заучили два понятия: синтез и анализ. Нету тут ни синтеза, ни анализа, потому что это движение, все синтетическое, Гегель, все синтетическое, здесь нету никакого разложения. Здесь все синтетическое, мы же идем вперед и вперед. Мы усложняем или не усложняем? Усложняем. Ну, что тогда вы повторяете про синтез? Здесь всякое движение вперед, все сводится к тому, чтобы все более и более сложно настраивать. Это и есть. А что такое синтез? Это соединение. Но не таких частей, которые были разбросаны. Нет тут разбросанных частей, нету здесь анализа. А вы все время двигаете и синтезируете. Тезис, антитезис и синтез. Вот смотрите, что означают вот эти буковки. Евгений Николаевич, именно потому, что можно про все сказать, про всю диалектику, что она тезис, антитезис и синтез, именно поэтому не надо этого повторять никогда. Потому что это пустота. Гегель это повторяет вот эти нет, буквы. Здесь Гегель этого не повторяет. Здесь Гегель этого... Синтез и анализ не повторит. Покажите слово анализ и синтез. Покажите я слово. Не говорю анализ и синтез. Говори, я именно сказал, вы и говорите. Тезис, вот это, именно и говорите, и вы тем самым возвращаетесь к тому, что делают эти прежние философы. Заучили, как эти тарабарщину эту. Анализ, синтез, синтез, анализ. И никакого продвижения вперед нет. Я не про анализ. Мы сейчас пришли к понятию действительности. Вот это запомните, что такое. Да, вот и запомните, и хватит. И в тех словах, которые здесь и записаны. Тождество явления с внутренним или сущностью, существенное отношение в этом тождестве определил себя как действительность. И хватит, не надо ничего прибавлять. Я не прибавляю, я согласен. Знаете, что такое? Лишнее берет скульптор и отбрасывает, и получается скульптура. А вы все берете, и скульптор уже сделал скульптуру, а вы начинаете на нее наваливать все. То, что было выброшено в процессе создания скульптуры. Один отсекает, а второй лепит из глины. А здесь нет ни такого, это не скульптор Гегеля. Это идет синтетическое движение, все синтетическое, потому что строится здесь движение от простого к сложному. Раз оно от простого к сложному, тут ни анализа нет, тут идет синтез постоянный. Ничего мы не раскладываем, не разделяем. А разделяют дети, берут игрушки и распределяют. Движение к синтезу. Это движение к синтезу. Не движение к синтезу, а синтетическое движение. Не путайте одно с другим. Синтетическое движение состоит в том, что он, так сказать, сплетает все более сложное из того, да, что и наконец родил действительность. Да, действительность. Значит, действительность. Не он родил действительность, а действительность есть единство сущности и существования. Вот что мы должны сейчас. А вы нам мешаете вот это усвоить сейчас. Действительность, вот это надо запомнить. Единство сущности и существования. Почему надо это запомнить и что тут нового? Единство сущности и существования. Потому что до этого у нас было... Существование, как у нас было, как некое непосредственное, как восстановленное через сущность бытия. Так рассматривал. А здесь действительность не так. Она не берется как некое бытие, а она берется как единство сущности и существования. То есть, когда мы осознали вот это единство, что это существование имеет под собой закономерную основу, и что это сама, и это внутреннее, которое мы осознали, это есть то же самое внешнее, только как рефлектированное внешнее, то есть отраженное от внешнего. А внешнее – это отраженное от внутреннего. У нас нет уже такой картины, которая у нас была. Какая у нас была картина логическая? Что есть, вот мы имели море отрицательное такое все, отрицание, рефлексии, да? И вот, наконец, появилось некое устойчивое
существование, то есть некое непосредственное с основанием и условиями. И мы обрадовались, что это некий сухой островок бытия. И, так сказать, вроде как тут уже расположились, хотим отдохнуть. Но дальше вот это движение, которое прошло, логическое, показало нам, что не оторвано от этого, так сказать, закон не оторван от явления, и, соответственно, внешнее и внутреннее есть одно. А раз это есть одно, то вот это вот бытие как существование, здесь, то есть рефлексивное бытие, и, соответственно, сущность как снятое бытие, они представляют собой одно единство. Действительно, здесь единство сущности и существования. Мы должны удержать в голове теперь, что такое действительное единство сущности и существования. Потому что сущность нам представлялась как некая сфера сущности, да? Мы находимся в этой сфере, а существование мы нашли. А как бы это у нас как общий такой антураж, сущность? А теперь это не антураж, а, так сказать, мы... Само это вот существование берется как единство сущности существования, и оно немыслимо без, и с другим, без этого понимания, как снятого бытия. То есть действительность, оно и снятое бытие, и бытие одновременно. Потому что снятое бытие – это что? Это сущность. Так вот, сущность – это снятое бытие. А существование – это бытие в сущности. То есть снятое бытие – то есть отрицание бытия. И бытие, возникшее снова в сущности, как существование, они находятся в единстве. Поэтому и то, и другое. Поэтому вот в чем величие действительности? Мы прямо на поверхности находим то, что есть сущность. Если это единство сущности существования, в существующем мы видим сущность. А до этого у нас получалось так, что у нас есть некая поверхность бытия, и мы туда углубились, и нам нашли сущность. А теперь вот, пожалуйста, найдите сущность на поверхности прямо. Единство сущности в существующем. Есть то, что соответствует сущности. Вот у нас есть хорошие люди, которые борются за светлое будущее сейчас. На поверхности есть? Есть. На поверхности. А бандиты из жулики, тунеядцы, хулиганы, мошенники есть? Есть. А они являются собой единство сущности существования? Нет, не являются. Они не есть единство сущности существования. Единством сущности существования является гораздо меньшее количество людей. Вот мы их, собственно, и выделяем. Правильно? А вот все, что угодно можно найти у нас на поверхности явлений. Они, так сказать, бесследно уходят потом. В чем отличие категории действительности от всяких других? Что здесь вот она выступила, сущность, наружу. Она прямо вот есть как бытие, раз она единство с этой поверхностью, внутренней, с внешним. Просвечивает? А? Просвечивает? Просвечивает. Просвечивает, прям просвечивает. И причем не только просвечивает, она и сама есть единство сущности существования. Это вот, вот это вот закономерное, оно не только там где-то. Оно и в самом этом непосредственном, какое тут есть. А непосредственно здесь как существование тоже рефлектировано. Уж само-то непосредственно здесь тоже не вполне непосредственное, правильно? Когда мы говорим о существующем, это то, что существует через основание и условия. То есть оно раз через основание, оно непосредственно не существует. Это не такое бытие, которое есть и все. Вот мы с ним расстались. А мы расстались в смысле того, что это категория первой книги. А сейчас мы говорим о категории второй книги, а такие похожие на бытие категории, их всего немного. Какие категории? Существование, явление и действительность. Существование – это впервые, так сказать, восстановленное через сущность бытия. Явление, оно как бы противопоставляется закону. Два мира разделилось вообще на два мира – мир явления, мир законов. А выяснилось, что это один мир. Есть вот это закономерное явление – это действительное. А что явление незакономерно, то и недействительное. А раз оно действительное, то значит это оно разумное, то есть соответствует и сущности. И то есть и разумом можно это понять, раз оно рефлектированное. А то, что разумно… Отрицательное явление – это не явление закона. А?
отрицательное явление в нашей жизни. Это не явление закона. Они отрицательные не с той точки зрения, что они отрицают непосредственно. Потому что это у нас, когда мы говорим отрицательное явление, мы имеем в виду то, что противоположно, так сказать, там, интересам трудящихся и так далее. То есть мы отрицание берем не явление, а отрицание интересов громадного большинства народа. И как плохое. Совсем другое. За этими явлениями. Как плохое уже берем. Что, за этими явлениями нет закона никакого. За этими явлениями нет закона. Закон есть то, что связано. Это вот они есть, но они незакономерны. У нас преступники есть, но их там есть у нас всякие люди, которые награбили, так сказать, общественное богатство, наворовали и так далее. А все равно они исторически обречены. То есть они недействительны. Вот они есть, но не действительны. Они доходят такие грустные. Вот они вроде денег много и несчастливые. Все равно их народ говорит, золотая цепь на дубе том. У нас золотой цепи нет, но мы не на дубе. То есть это несущественно. И не дуб. Почему? Потому что они-то это не изучают, потому что если это изучать, то это расходится со всей их практикой. Правильно. Но эту практику нельзя оправдать, если вы изучаете развитие. Поскольку следующий, кто идет за Гегелем, это Маркс, Энгельс, Ленин. И это вот прямая дорога, которая прямо идет через Гегеля. Поэтому, несмотря на то, что Гегель идеалист, он лежал в основе всей социалистической идеологии, которая у нас была, в том числе наряду с Марксом, Энгельсом, Лениным и так далее. Потому она победила. То есть много в нашей жизни, не где-то там, где-то только в глубине, дескать, вот есть там люди, которые в глубине, а вот прямо в нашей жизни, наяву, это проявляет себя. В нашей жизни есть тоже позитивный, положительный, прогрессивный. Прогрессивный, наверное. Мыслимая вещь. Вот что... положительный здесь уже в другом смысле, вот, который вы спросили. Прогрессивный и реакционный. Прогрессивного и реакционного у Гегеля нет. И она становится абсолютным отношением. Кто вот здесь она? На какой странице? Кто она? Кто она? Действительно. 481. Юрий Николаевич, вам надо осознать, что это такое. Не чем она становится, а что это такое. Вы еще это ни разу, я еще от вас ни разу не слышал, что такое действительность. Вот это я сейчас позачитал, у Гегеля написано. А то, что вы взяли и сказали, что такое действительность? Ну, что такое? Во-первых, это существенное отношение. Нет, это не во-первых. А что это такое? Можно без во-первых, во-вторых, что это такое действительность? Так, а для вас существенное отношение? А для вас вот то, что написано? Я только что вам зачитал, а вы, обремененные своими какими-то другими размышлениями, которые у вас все сзади, эти размышления, сзади вы собираете, написано, единство сущности существования. Вы не хотите это краткое выражение закрепить в своей голове. Вот его надо закрепить в своей голове, чтобы у вас была определенная опора. Чтобы когда при слове «действительное», вот вы вспоминали, что это единство сущности существования. Ради этого шел Гегель, накануне этого сказал, прямо вот здесь, что в этом тождестве явление с внутренней сущностью, существенное отношение определило себя. Что такое определило себя? Отрицало себя. А вы никак не поймете, что определило означает отрицало. 480. Оно уже перестало быть существенным отношением и определило себя как действительность. Если я определил себя в армию, то я перестал быть гражданским. Вот что такое определило. А вы думаете, определило – это просто повторение того, что определил? Нет, это отрицание того, что определило. И в этом ошибка. И вот вы вместо того, чтобы пойти вперед, вы там топчетесь на этом месте. Раз оно определило себя вот так, так надо и брать его так, как оно уже себя определило, как единство сущности и существования. И дальше… Как раз вот он для вас специально говорит, вот в середине этого и страницы, существенное же отношение представляет собой их формальное соотношение, завершением которого служит отношение внутреннего и внешнего. Я вот все время в течение всего занятия тащу вперед, а вы к формальному соотношению, вот читайте, то есть написано, а вы назад пытаетесь, упираетесь. Но это правильно, что вы упираетесь, чтобы я, так сказать, вас тащил, и тогда заметно, куда я тащу. Я понимаю ваш замысел, так сказать. Ну, правильно. Это единство внутреннего и внешнего есть абсолютная действительность. Когда говорят абсолютная действительность, то кажется что-то такое вот великое. Да? Абсолютная действительность. Что великое? Это не... Абсолютно, это значит вот первое. Какая? Первое. Это то, с чего мы начинаем. Раз абсолютное, вот я себя начинаю,
То, что для меня абсолютно, это то, с чего я сейчас начинать буду, что буду рассматривать. Вот я действительность только что определил и буду ее рассматривать. Беру ее как абсолютную. Еще нету, ничего я не сказал. Ни пру, ни ну, ничего я о ней не сказал, еще ничего другого. А вот то, что я сказал перед этим, говорит о том, что она, уже не отношения внутренние и внешние, а что уже я взял их как единую тождественную основу. То есть я уже не пойду назад, значит, я пойду только вперед. А раз вперед, то вот я теперь беру эту действительность как абсолютную и начинаю от нее двигаться вперед. А не назад пойду, не к тому хорошо, откуда. Хорошо, давайте вперед. И смотрите, вот вперед. Что смотрю. Первым является только бытие. Бытие есть первое, не рефлексирование. Нет, нет, Евгений Николаевич, считайте. Не есть, не нет, Евгений бытие. Николаевич, не смотрите, вы, не смотрите на ту страницу, на которую надо смотреть. На страницу смотрите, 480. Там написано, во-вторых, вот первое было абсолютная действительность, а второе что? Написано все. Во-вторых, действительность. Ну вот, это уже другой разговор. Действительность, возможность. Так вы можете, вы увидели, что второе, что третье? А куда вы побежали? Вот второе. Действительность в собственном смысле. И бывает как абсолютная, то есть, когда я ее просто оторвал от всего предыдущего, и начинаю как бы снова все рассматривать, так? Вот действительность в собственном смысле, действительность, возможность и необходимость составляет формальный момент, абсолютную или его рефлексию. Это перспектива. Перспектива. Правильно. И третье. В-третьих, единство абсолютного и его рефлексия есть абсолютное отношение, или вернее абсолютное, как отношение к себе самому, субстанция. Вот перспектива, куда мы идем. Вот она субстанция-то где? Да нет еще субстанции, это планчик. Евгений Николаевич, это планчик, нету тут никакой субстанции. Это он говорит, что будет. Это вот надо уже понять, что в начале какого-нибудь раздела он намечает план движения. А движение еще нет, оно впереди. И вот мы должны двигаться будем по этой дороге. И это такая непростая дорога. Но какая? Когда мы дойдем до субстанции, а субстанция собой что представляет? Ой. Что? Это нечто. Это не нечто. Единство абсолютно не рефлексия. Она представляет собой переход к понятию. И мы перейдем к учению понятий. Как здесь. Вот на движение же все время. Мы должны, вот мы занимаемся диалектикой, мы занимаемся движением. А то видите, синтезом, анализом. Промежуточная станция. Под. Она не промежуточная станция, не промежуточная. Это инстанция означает последняя категория сущности или первая категория понятия. Инстанция. То есть вот там переход, собственно, инстанция есть переход к учению понятий. Вот мы куда добрались. Поэтому и сложно так это воспринимается сегодня, и не случайно, что вот с такими трудностями мы тут сталкиваемся. Вот на инстанции завершается, что завершается на инстанции? Объективная логика. Объективная логика завершается, и мы начнем изучать что? Субъективную логику. Субъективную логику учения понятий. Но для того, чтобы нам туда перейти, нам вот это надо нам проделать, завершить. А чтобы завершить, нам надо двигаться вперед, а не назад. У меня такое впечатление, что сегодня вы так все время хотели, чтобы мы вернулись назад, а вот то, что себя определило, оно себя отрицало, и дальше пошло еще. Вы когда учитесь, что вы делаете? Вы отрицаете свои знания, или вы отрицаете абсолютность своих знаний и начинаете двигаться дальше, еще дальше, дальше. Я отрицаю, что вы говорите? Что вы удерживаете? Нас удерживают, чтобы мы не ушли вперед? Я снять вот это вот. Сегодня работал я. Вот это снять. Я не выкидываю никак, иначе экзамен не выдержать. Знаем мы вас, профессоров. Знаем мы вас, учеников. Да. Значит, двигаться вперед. Как мы двигаемся вперед? Основательно. В чем смысл кружка? В том, чтобы, если мы будем просто, так сказать, листать, то все это, вот эти категории там все расположены, да? Это называется не диалектика, а перечисление, берем как рядоположенные. А для нас важно, как это одно из другого вытекает. Вот, поэтому знаете, надо... Вот мы хоть немного продвинулись, но мы что сегодня сделали? Мы рассмотрели соотношение внутреннего и внешнего, поняли, что это есть некое одно. И тогда, когда мы поняли, что это одно, то мы тогда пришли к единству сущности и существования. Потому что нам представлялась сущность, это вот там где-то в глубине, а существование – это некая поверхность, да, восстановленная через сущность бытия. Тогда, когда мы их взяли как
внешнее и внутреннее, они, значит, если берешь внешнее, оно не внутреннее, берешь внутреннее, оно не внешнее. И что получилось? Это одно, только по-разному взято, с разных сторон. А дальше, когда вот мы будем рассматривать, вы читали же вперед, атрибут рассматривали, атрибут? Я без вас никуда. А что вы без меня? Читать можно. Пожалуйста, читайте до конца. А атрибут, вот вы как раз употребляли слово «целое», он и есть все целое, только взятое с одной какой-то стороны. Вы с любой стороны взяты, Евгений Николаевич, все равно Евгений Николаевич. Хоть с вас в анфас, хоть со спины, хоть сбоку. Вот если я беру это самое целое с какой-то одной стороны, со стороны формы, это атрибут. А если я возьму не просто, значит, со стороны, да еще во внешнем, так сказать, как некий способ, это же самое, но как некий способ, или, как он пишет Гегель, в голом виде, то это не означает, что я куда-то ускакал и перешел, а это модус того же самого целого, того же самого абсолютного. То есть абсолютно имеет и, имеет и атрибут, и модус. Это тоже надо нам вот эти категории разобрать. И вот он как раз показывает, что абсолютное, нет там такого перехода, к которому мы привыкли, как пошли от бытия к ничто, которое вы вначале употребляли. А здесь что какой там говорится переход? Какой? Развертывание. То есть абсолютно развертывает себя, раскрывает свое содержание, а не вовсе, а не так, что оно куда-то от этого уходит в другое место. Никуда оно не уходит, оно просто развертывает себя. И если вы берете атрибут, вот ваш атрибут, если мы берем, это значит, вы взятые как атрибут, а вовсе не какой-то атрибут от вас взят отдельно. А если, так сказать, есть как некая внешняя форма у вас, это ваш модус, вы в этой форме выступаете. В следующий раз придете в другом пиджаке, это все равно будете вы, хотя пиджак другой. Модус будет у вас другой, а все равно этот вы. То есть вот здесь вот это единство завоеванное такое, которое все время противопоставлялось, внешнее, внутреннее, они уже сжались, так сказать, превратились в одно. И вот это вот сплошность, так сказать, то, что есть некое одно содержательное, это вот то самое абсолютное. Потому что если единство сущности существования, вот нет, это двухэтажности такой. Тут сущность, а тут вот существование. Существование определяется сущностью, а сущность проявляется в существовании. Раз проявляется это явление, а это закон, нет. Вот в самом уже, в самой сущности, или сама сущность выступает как действительность. То есть она на поверхность вышла, сущность. Вот она здесь есть, это вот вышедшая на поверхность сущность, наружу. Это существование сущности является действительностью. А? Можно сказать так, существование сущности является действительностью. Тогда у вас существование на первом месте. Не существование сущности, а единство сущности и существование является действительностью. Написано же, единство сущности, существование и действительность. Вам не нравится эта формулировка? Нет, почему нравится? Я пытаюсь другими словами как-то. Зачем? А зачем вы пытаетесь зачем? Другими словами? Я вот написал, товарищ. Я всегда поражаюсь, вот, скажем, есть прекрасные чеканные какие-то определения и формулировки. Человек берет, он перечитывает и переставляет, и выдает. И чего в этом? Какой смысл? Что смысл в перестановке? Вы Гегель? Напишите книгу и переставляйте, как хотите. Да нет. А зачем переставлять в той книге, которая... Может быть, уже есть определение, ну, уже лучше его просто не сделаешь. Ну, пока еще никто не сделал. Нет, так это не только... Вот, единство и действительность есть, единство сущности и существования. Дело в том, что вот перед Гегелем стояла очень трудная задача. Как вот повернешь, ведь надо повернуть так, чтобы потом от него перейти к следующему, более сложному. А если вы не так повернете, не перейдете. У него же проблема-то состоит не в том, чтобы... А теперь перейдем вот к этому. Так он не пишет. Он показывает переход. Раз он показывает сменим переход... Тему. Для перехода... А? Сменим тему, как я говорю. Да. Для перехода ему нужно вот эту форму сохранить. И мы должны бережно относиться к той форме, которая... У нас же была вот такая... Вот если открутим назад, мы отойдем назад к нашим прежним занятиям. У нас как бы вот была сущность. Это, так сказать, некая отрицательная, которая... И выступало как отрицательное, это бесконечное движение рефлексии. Что ни возьми, любое бытие, а у нас мы вспоминаем, так у нас сейчас сущность, отрицаем. Любое бытие возьми, отрицаем. Вот это все рефлексия, рефлексия, рефлексия. И вот через все это отрицание мы начали все равно различать отрицание. А как? А раз оно отрицательное, значит,
тождественно самому себе, отрицательное. Тождественно. А раз оно тождественное, значит оно есть. А раз оно есть, значит оно есть бытие. Какое? Ну как равное самому себе, отрицательное. Тождественное, как равное самому себе, отрицательное. То есть мы докопали все-таки до того, что нашли здесь некое вот такое единство. А тогда получается, что вот это тождественное, оно является отрицанием отрицательного. Раз оно является отрицанием отрицательного, то оно какая-то перевернутая определенность, только определенность в сфере сущности. Там была определенность какая? Не бытие в бытии, а здесь накопали мы бытие в сущности, в отрицательном. Бытие накопали. А раз мы накопали это вот бытие в отрицательном, тогда появились разные рефлексивные определения, и тогда пошли. Вот сначала, прежде всего, что равенство с собой. Это ясное дело. А какое может быть равенство с собой, если у нас все рефлексивные? Поэтому равенство у нас с отрицанием только может быть. Не может быть равенство с собой только как равенство. Не может быть елка равно елке. У нас, если уже елка, так она растет. Если елка, она обрабатывается или стареет, и все что угодно. Но нет равенства, которое было бы только равенством, а равенство с неравенством. Тогда, а раз равенство с неравенством, то мы заинтересовались и пошли различать неравенство. А какие бывают неравенства? Просто разные. Вот мы с вами разные люди. Что я сказал про вас? Ничего. А про меня тоже ничего. Мы просто разные люди. И все. А чем мы различаемся? Тогда мы начинаем различать. Вот, потому что есть различия. А в чем различие? Вот тогда вот мы начинаем эту разность переводить в более глубокую категорию. Различие. Скажем, в том же Великом Почине говорится, что нужно сделать для полного уничтожения классов. Уничтожить различия между городом и деревней, и людьми физического, и умственного труда, а не просто, что они вот разные, перестанут быть разными. Разные, наверное, может, и останутся, различия вот они надо уничтожать. И вот мы дальше по этой линии двигались, пока не добрались до противоречия, пока противоречие не разрешилось, превратилось в основание, основание основано, условие, и вот оно появилось, долгожданное бытие. Почему долгожданное? Потому что у нас надежда была. А почему у нас была надежда? Ну, раз сущность это снятое бытие, значит, в снятом виде бытие-то тут есть, а где оно? Значит, рано еще, ну вот, наступило такое время, или, то есть, наступило такое логическое время, когда оно всплыло. В виде чего оно всплыло? В виде существования. Потому что существование восстановленное через сущность бытия. Но поскольку оно всплыло, то мы не можем рассматривать это существование без того, чтобы не брать этот путь, что оно всплытием получено через отрицание отрицательного. То есть через отрицание сущности оно получено. И до сих пор оно было отрицанием сущности. А теперь что? А теперь то, что наверху, а как утверждение сущности. Здесь единство сущности и существование. А до этого было существование вот там, а сущность как бы вот здесь. Простите, вот существование вот здесь, а сущность там где-то в глубине. А вот теперь единство сущности существования. То есть мы должны осознать, что это, так сказать, единство неразрывное. Вот эта неразрывность, это единство этих категорий, то, с чем не считаются все вот люди, которые занимаются метафизикой. Они их берут по отдельности. И это, и это, и это. То есть вот действительность не отрицает единство сущности и существования. А вот абсолютное, по-видимому, будет отрицать. Объективность? Абсолютное будет отрицать действительность. Всякое движение, всякое движение вперед. Всякое движение вперед. Есть отрицание предыдущего. Я про что и говорю. Ну и что тогда об этом говорить все время? Ну я просто на всякое случай. Движение вперед и есть. Если мы пошли вперед, то есть мы получили более сложную категорию, значит менее. Перед этим было менее сложное. Значит, мы отрицаем ту категорию как более простую. И пошли вперед. Само движение отрицательное. Диалектика вообще это отрицательное движение. А какое у нас движение? Мы все время отталкиваемся, говорим, нет, это нас не устраивает. Давайте дальше, давайте глубже, давайте еще. И так мы двигаемся, 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 пока не придем. Почему? К абсолютной идее. Вот это уже завершение. Но это еще далеко. Нам до этого далеко. Книжка тонкая, быстро пойдет. Да, книжка тонкая, а пойдет еще медленнее. Намного. Значит, давайте посмотрим у нас, когда следующее занятие? 13-го, да. 13 марта. Хорошо же.
Авиационный. Вторник, 13 марта. Татьяна Валерьевна вам привет передает. Ей передавайте привет. Войдем, привет передаю. Да, скажите им, что мы знаем, что действительность и единство сущности и существования. Вот что мы выяснили в течение часа. В сложной борьбе. Мало. Действительность как целое, состоящее из частей и из моментов. Читайте Энгельса про целые части. Это говорит, не истинные категории, потому что когда вы говорите целое, вы имеете в виду части. Когда вы говорите части, вы имеете в виду целое. Потому что не бывает части без целого. Поэтому это, это не истинные категории, ничего они не выражают. Ничего. И если вы тут читали, вы должны были понять, что они ничего не выражают. Что этим, то, что вы скажете, что есть целые части, ничего не сказано. Ну что от того, что я сказал, все руки, ноги и голова. Это части. Их надо рассматривать в единстве. И только как одно целое. Есть одно, есть вот целое и все. А тема? А тема? Значит, вот мы будем, значит, сейчас мы рассматривали действительность, развертывание абсолютного. Сейчас мы посмотрим. Вот, ну, надо разобрать нам и абсолютные атрибуты, и модус абсолютного. То есть мы будем рассматривать абсолютное. Абсолютное. Мы уже его рассматривали в прошлый раз. Было дело. Но будем. А вот. И будем рассматривать абсолютное как переход к действительности. Вторая глава. Действительность. Видите, здесь отдел называется действительность, который мы читали. Но то, что мы читали, это планчик. Это, так сказать, предвосхищение того, что будет. А начинаем мы с абсолютного и должны дойти до действительного, до второй главы, и начать рассматривать. А то смотрите. Евгений Николаевич, для вас специально, 491 страница. Абсолютное есть единство внутреннего и внешнего, как первое в себе сущее единство. А вы все целое до части, целое до части. Оставьте их в покое. Вот вам, внутреннее и внешнее для вас. Так. Как первое. Значит, мы рассмотрим, будем рассматривать абсолютное, и атрибуты, и модус, и дойти должны до действительного, и немножко продвинуться вот в этом самом действительном. Сколько пройдем? Давайте. Это все. Ну, а читать? Все равно еще. А дочитывать до конца уже можно. Видите, сколько осталось? Мало. Смотрите, как мало осталось. Надо дочитывать до конца. Дочитывать-то не запрещается. А мы будем двигаться. А мы ведь не просто читаем, мы разбираем. Будем дальше разбирать. Так, спасибо за внимание. На этом сегодняшнее занятие заканчивается. Федотов с Болгарии нас смотрит. Кто? Товарищ Федотов, выпускник нашего. Федотов? Да. Из Болгарии? Из Болгарии. Болгарию виднее, конечно.